Долетев до места, он дал команду экипажу «Держитесь!». Резким рывком он вывел машину в ответное пикирование и на бреющем полете по верхушке леса стал уходить от врага. Тогда фашисты открыли огонь. Наш герой, мастерски используя технику пилотирования, бросал самолет из стороны в сторону, не давая вести прицельный огонь. Получилось, экипаж ушел. О герое, нашем земляке, выходце из Кабанского района, мы с вами могли бы так ничего и не узнать, если бы не одна переписка. Вы только верьте в нашу победу. Еще сильнее укрепляйте свой тыл. Не слушайте всяких шептунов и трусов. Смотрите прямо в победу. Она недалека. Теперь что ни день, то все яснее и яснее становится, что мы победим. Мы находимся в селе Ревны Навлинского района Брянской области. На могиле экипажа пикирующего бомбардировщика под командованием героя Советского Союза Бориса Степановича Быстрых. О его короткой, но яркой жизни и боевых подвигах мы расскажем в нашем фильме.